Какие косметологические средства нужны для разных типов кожи? Жирная кожа. Как правильно ухаживать за ней? Благодаря повышенному выделению кожного сала жирная кожа долго не стареет. Основные проблемы, которые возникают у обладателей такой кожи, это прыщики, повышенная сальность, расширенные поры и черные точки. Продукты для жирной кожи. Всегда очищающие средства с гликолевой кислотой, салициловой, снижают выработку коллажного сала, убирают прыщи и уменьшают поры. Косметологические продукты с витамином А нормализуют работу сальных желез, улучшают цвет и внешний вид лица. Антиоксидантные сыворотки предотвращают старение. Легкие увлажняющие крема и косметика с гиалуроновой кислотой увлажняют, не добавляя жирности и не забивая пор. Правильный уход позволит убрать жирный блеск кожи, сузит поры и избавит от появления прыщей. Сухая кожа имеет очень мелкие поры, которые практически не видны, поэтому не имеет жирного блеска. Ее обладатели, как правило, нуждаются в большом количестве увлажняющих средств после умывания, особенно если с мылом, с пенкой, гелем, сухую кожу стягивает. Она очень чувствительна и легко раздражается от агрессивных средств или процедур. Идеальные продукты для сухой кожи – это нежные очищающие средства, сочетающие очищение и увлажнение. Они могут быть более густые, кремовые составы или легкие пенящиеся продукты. Увлажняющие средства, которые одновременно восстанавливают и питают. Неретиноидные омолаживающие средства, содержащие факторы роста и пептиды для предотвращения старения. Следующее – это кожа со склонностью к розации, покраснениям. Отличительная черта – появление красных воспалительных пятен на щеках, носу, подбородке. Такая кожа чувствительна к погодным условиям, на солнце и холоде возникают жжения и другие признаки дискомфорта. Наиболее подходящие продукты для такой кожи – это косметика с противовоспалительным эффектом. Прекрасно подойдут успокаивающие крема и маски. Все остальные средства нужно применять с осторожностью, чтобы не вызвать обострение процесса. Солнцезащитные составы необходимы, поскольку кожа склонна к покраснениям и розации. Слишком сильно она реагирует на солнечный свет. В зимнее время нужно применять препараты, защищающие кожу от холодных температур и ветра. Это даст возможность избежать обострения розации. Но для того, чтобы подобрать домашний уход именно для вашей кожи, индивидуально для вас, приглашаю вас на консультацию в клинику Груздева.